Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И добро пожаловать в нашу новую серию с нашими замечательными приключениями. Что мы будем делать сейчас? Во-первых, давайте нафиг вот это все расчистим, что у нас тут есть. Весь хлам выкинем, закинем куда-то. Ща. У меня просто нету мусорки, куда это можно все выкинуть. Это сюда. А есть у нас тут что-то, что мы можем есть, ла-ла-ла, больше вроде ничего. В принципе, это всегда нужно чистить, но не всегда есть время это почистить. О, давайте мы пока что почистим немного наш инвентарь и выложим весь вот этот хлам, который тут у нас есть и который нам, в принципе, сейчас не очень так нужен. Но было бы круто, если мы бы вот это все отсюда выложили и немного расчистили наш инвентарь. Так, сюда. Это, ну, пока что нормально. И вот тут, просто знаете, всегда как-то с таким инвентарем не всегда хочется ходить закаканным, мягко говоря, рюкзаком. Так, давайте мы быстренько это все выложим. Вроде все. Сюда еще. Это оставим себе. Это и вот это, да? И вроде все. Еще ага, еще вот так. И давайте еще вот это все заберем. Вот так. Ну и сейчас все. Сейчас уже это все чисто. Немного такая уборочка иногда не помешает. Ребят, я еще раз извиняюсь, то, что сегодня камеры нету, но... Ее нету, и в принципе нету. Ладно, я думаю, ничего в этом такого страшного нету. А давайте мы пока выложим вот это все. Сейчас в какой-то степени нужно больше сфокусироваться. На... как это сказать? На Пиксельмоне, на поимке покемонов, потому что уже выходит новые версии, там, в принципе, добавляют новых покемонов, это на новых версиях и самого майна. Мне кажется, это будет интересно. А по поводу кулинарии, да, мы займемся чуть позже, наверное, в следующей серии, поэтому, ребята, не забываем писать свои заказы. А еще лучше мы, наверное, потом... Как раньше обсуждалось, мы сделаем себе какой-то кулинарный сезон, да, как мы раньше об этом говорили. И это, если честно, будет круто, потому что мы сможем... стоять, опа, нифига себе, Пиджей и Электрод. А, потому что мы сможем, в принципе, и готовить еду подписчикам, и сами... фокусироваться только на одном, а не как бы как сейчас, да, то есть и на Пиксельмоне, и на музее, и на приготовлении каких-то блюд. А потом мы, наверное, может сделаем себе кулинарийный какой-то сезон, если, конечно, вы этого захотите, как мы, в принципе, раньше говорили, да, что может мы вот это сделаем. Если да, то, ребята, мы, может, потом вот это все сделаем. Так, Блисси мы уже прокачали, ребята. Блисси мы уже прокачали, давайте Ликитунга прокачаем, ему еще осталось сколько там, 8 уровней что ли, если я правильно посмотрел. И также мы в этой серии, наверное, уже эволюционируем Поливирла, но пока что эволюционируем мы его с помощью водного камня, да, то есть Пулитоида мы сделаем чуть позже, да, и плюс к тому у нас еще нету пока что у нас нету еще той, как его там называется, той шапочки, с помощью которой можно это все делать, так же, как и для Кинга у нас нету этой шапочки. Это, если честно, не очень хорошо. Так, ну что, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замечательно, 6, и сейчас, ну, допустим, 7, 8, 9, нет, допустим, 9, 10, вот так. 7, 8, 9, 10. Ребята, я что-то попутался, честно. Ладно, сделаем вот так, потому что потом будут говорить, что Эдисон там, мол, читерит, он меньше вещей выкинул, чем должен был. Я, в принципе, наверное, и так... Нет, сейчас я, наверное, уже больше вещей выкинул, чем должен был, мне так кажется. Поэтому я даже, можно сказать, переплатил. Ну ладно, такие исключения, то есть
случайно выкинул, случайно не дочитал, можно и так сказать. Пожалуйста, не перекачай. Замечательно. Опа. Это кто? Шайни Блисси? Ну, как я, ребята, ранее говорил, мы не можем ловить отсюда Блисси. Сколько мы убили? 3 Блисси, у нас еще осталось 7. В предыдущей серии мы босса убили, значит еще 6. Я все помню, ребята. В этой серии мы выложим 3 покемонов. Это в какой-то степени очень хорошо. Так, 6, 5. 4. Тут я боюсь, мы уже перекачаем. 4. Вот там еще босс. 3. И да, мы бы реально перекачали. 3. И давайте сейчас 2. 1. И еще одну. Драгонера тоже нужно качать, потому что уже наш Глейскор скоро уходит. Нет, Твистер, Тандер, вот это лучше. Ребята, как вы сейчас можете заметить, наш крутой перец, вот твою мать, босс пропал. Наш капитан сейчас 98 уровень, то есть ему еще осталось 2 уровня, и, к сожалению, мы его выкладываем, и на его замену мы берем Драгонайта, если мы успеем его прокачать. Так, я сейчас смотрю, нету ли у нас водного камня, чтобы эволюционировать Поливирла, и мы выкладываем 3 покемонов, ребята. На начале серии мы выкладываем 3 покемонов, это очень круто, в той степени, что... Вот, есть. Что мы быстренько прокачали и быстренько возьмем 3 новых покемонов. У нас сейчас яичко, как вы видите, там у нас валяется Иликит, сейчас мы даже проведаем, так, сейчас, давайте сначала эволюционируем, сейчас мы даже проведаем, что там у нас с Джиглипафом, так, Ликитунг, Поливир, вот так. Знаете, кого мне нужно словить? Мне нужно словить, посмотреть, спанится ли Пичу, потому что мне кто-то сказал, что Пичу не нужно делать с помощью Пикачу, а Пичу спанится. Извиняюсь, но, в принципе, посмотрим, действительно ли вот это так. А во-вторых, нам нужно словить Делибирда, который водится где-то в зимнем биоме. Мы пойдем, ребята, и вот это все посмотрим. Дайте-ка мне секундочку, я сейчас найду координаты, где они у меня записаны. Не тут, не тут. Сейчас, ребята, секундочку. Не тут. 4, 5, нет, не тут. Офигеть, ребята, у меня просто тут координаты... О, вот, нашел. Координаты нашел, и здравствуй, Пуливрат. Вот он, сейчас. Да. Опа. Сейчас, когда мы убили всех Блисси, у нас появился босс. Ладно, зато мы опять сейчас убьем. И в следующей серии на одну Блисси мы меньше сделаем. Так, у нас сейчас выходит Снизл-Пизл. Ну ладно, не Пизл, не обижайся. Дальше. Электробаза, в принципе, уже можно удалить. Додрио есть, Таурос, Ликитун, Хорси. И вместо Блисси Мью нет. Парас, да? Электробаза мы уже удаляем. Додуо вот сюда. Замечательно, замечательно, ребята. Драгонейр. Тебя действительно нужно уже прокачивать. Нужно прокачивать. И, наверное, сейчас именно вот это Блисси будет для тебя. И в следующей серии мы убьем на одну Блисси меньше. Это еще и шайни, ребята, вроде. Или нет? Потому что, видите, там сверху нарисован звездочка такая. Это вроде еще и шайни, что ли? Хрен его знает. Ладно. Да. Опа. Ребята, как-то мы быстро качаемся. Смотрите, Драгонейр 45-й, а крутой перец уже 99-й, ребята. Это как-то очень быстро. Ух, не успеваем мы прокачать, наверное, Драгонейра. Так, 75, давайте сюда мы пойдем. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, воу-воу-воу-воу-воу, вот так. Ой, так. А, в принципе, нормально, давайте выше тпхнемся. А кого нам нужно? Делибирд. Я надеюсь, мы правильно... Опа, вот он уже. Как-то мы быстро его нашли. И, наверное, если честно, мы сейчас еще тут посидим и попытаемся словить, точнее, не словить, а найти босса, потому что в зимнем биоме... Ты что, издеваешься? В зимнем биоме они как бы часто спавнятся, вроде. Вроде. Вот именно что вроде. Делибирдушка. Ни хрена себе, ты какой-то большой уровень. Даскбол. У нас один даскбол, ребята. Я чувствую, что до конца сезона нам не хватит вот этих всех боллов, даже с помощью боссов, с которых мы выбиваем вот эти все боллы, нам не хватит наших боллов, которые сейчас у нас уже есть. Вряд ли, если честно. Фастбол, ультрабол, квикбол.
Там еще один Делиберт. Но попробуем. То есть, может, как видите, нам с боссов даже иногда ультрабол выпадает. Но это редкий случай. Но все же мы словили Делиберта. Замечательно. Ну, там их куча сейчас уже заспавнилась. И кого у нас нету? Пичу нам еще нужно. Пичу. Вот так. Потом пылесосики. Давайте Пароса прокачаем к 40-му быстренько. Опа, уже эволюция. Знаете что? Мы действительно забыли про бишарпов. Может, нам сейчас быстренько на бишарпов сгонять и за ночь прокачать нашего Параса к 40-му уровню и выложить еще одного покемона? Мне кажется, будет круто. И пока у нас вылупляется наше яичко уже. Уже потихонечку Эликит там вроде появляется, что ли. Я надеюсь, что появляется, да? Потому что если нет, то хреново. Ну ладно. ТП. Я не помню, если честно, какие там координаты. Но я помню, что там высота большая. Вот так вроде. Да. Фу, бишарпы, давно мы сюда не ходили. Ух, ни хрена себе. Но зато, если нам повезет, то мы до конца серии прокачаем нашего Параса к 40-му уровню. Это очень круто будет, потому что... Вы что, в бою тут все нафиг? А, нет, ты не в бою. Это будет очень круто, потому что... Мы еще одного покемона прокачаем в этой серии, и нам на одного покемона еще меньше останется, чтобы закончить быстрее сезон, да? То есть в этой серии мы уже прокачали 3 покемонов, точнее докачали. И на 3 покемонов нам уже меньше осталось. Это круто, ребята, круто. Я знаю, что уже многие, наверное, хотят новый сезон, уже многие просили, говорили то, что давай, Эдисон, уже, мол, новый сезон, там вышли уже новые версии, зачем сидеть на старом сезоне, давай уже новый, заканчивать старый, давай новый, но, ребята, это тоже так не делается, нельзя просто так взять и закончить сезон в одну секунду, чтобы сразу начать новый сезон с нуля, ну, не то, что новый сезон с нуля, а просто взять и закинуть, даже не то, что закинуть, а закончить. Вот этот сезон, чтобы начинать новый только с новой версии. Ну, как бы, в чем логика, да? Пока мы закончим этот сезон, то, может, еще одна новая версия выйдет. И тогда еще больше новых покемонов, еще больше новых вещей мы увидим в новой версии. И, в принципе, чем больше мы ждем, тем более вероятность, что выйдет какая-то новая версия и будет еще более развлечений. А то, прикиньте, сейчас мы в этой версии, например, да? Перейдем на следующую версию. Закончим этот сезон, перейдем на следующую версию. И потом через месяц выйдет еще одна новая версия. Что, опять заканчивать сезон и переходить на новую версию? А как-то во время сезона обновлять с одной версии на другую, ну не всегда хочется, потому что это не всегда круто, да? Поэтому мы сейчас стараемся как можно быстрее это закончить. Как видите, мы упорно прокачиваем покемонов. Парасект уже 36 уровень до конца этой серии, он уже, надеюсь, станет 40 уровнем, и мы его выложим, и у нас будет плюс один покемон в нашем компьютере. Ух, ни хрена себе, это кто там по мне арт? Но, к сожалению, ты уже у нас есть, ну как к сожалению, ты уже у нас есть, то есть ты нам больше не нужен. Зачем мы сейчас будем еще 10 павниардов шайни ловить? Так, лучше бы, я не знаю, кто там заспавнился шайни. А я сейчас смотрю, нет, Гравеллер у нас есть, просто сейчас Гравеллера увидел и вроде он у нас есть, да? Да твою мать, да стой ты на месте! Так, ну, один уровень, ребята, остался. А Клиффейбл? Один уровень остался нашему крутому перцу, точнее нашему капитану. Один уровень, мы уже, наверное, это прокачаем даже в этой серии или может даже в следующей. Сейчас посмотрим, как уровень пойдет. Так, 48-й, 45-й. Клиффери у нас есть. Там боссик я вижу. Так, замечательно. Но с босса мы 100% перекачаемся. Поэтому давайте мы быстренько убьем еще парочку лучше бишарпов, да? Чтобы наверняка знать. Точнее, чтобы точно знать, что мы не перекачаемся. И да, парасик уже какой там... 40-й уровень, сейчас следующий у нас идет Хорси, наверное. Опа, самый лучший босс, ребята, который только существует. И это будет сложно, мне так кажется. Потому что, как всегда, вы знаете, таких хренов фиг убьешь, это во-первых. А хотя, мне кажется, Драгонер его запинает. Водной атакой. Ну, да. Лучше бы я этого не говорил. Не, ребята, мы даже не сможем это сделать, потому что, видите, у нас не хватит атак, чтобы его убить, даже если он не будет лечиться, у нас не хватит количества атак, чтобы его убить.
Потому что мы ему, если честно, сносим какой-то, ну, прям очень мелкий урон. Вот тут. У нас еще 5 атак осталось вот этого типа. Он нас, наверное, быстрее убьет, чем мы его. Даже если бы у нас было больше атак. Мне так кажется. Ну, хотя вот этот Sky может на парочку процентов больше урона наносить, мне так кажется. Хотя вряд ли. Не, ребята, не хватит. Там 7 осталось, и там где-то одна, вот. Ух. И единственный наш шанс, то есть Дратини, мы упустили, потому что он ее убил. Шакл. Вот ты паскуда. И что сейчас? Ребята, вот такую хрень я очень ненавижу. И что сейчас? Парасект. Твою мать, я не хочу парасекта, потому что мы его перекачаем. Твою мать. Как я вот это ненавижу. Не, ребята, даже если мы парасектом как-то его запинаем, а мы вряд ли его запинаем, да. Ну, и чем мне его сейчас бить? Как я ненавижу. Ладно, сейчас, ребята, я нажму на паузу до тех пор, пока я не разберу. А, нет, я его бью потихоньку, смотрите. Я его потихоньку там дубашу. Ага. Вот, охренеть. Куча вещей, но ничего полезного. Ладно, это можно сказать, я уже зажрался, да? Павниард. Здрасте, вы где? Вижу. Хорси. Ну, шаклов всегда, в принципе, было не очень удобно убивать. Они очень жирные, а нашим глайскорам тоже не очень удобно его убивать. Ну все, ребята, то есть смотрите, Хорси, конечно, не прокачанная, но зато парасект прокачан. Мы прокачали плюс одного покемона в этой серии, не считая трех покемонов, которых мы прокачали на начале. Нормально. Так, лес. Давайте мы быстренько еще в лес бегаем, посмотреть, если, точнее, спавнится ли Пичу. А что у вас тут, голубки двое? Что тут у вас? Я не знаю, как. Вот так, наверное. Ага, это все круто. Ну, яичка нету. Вы еще там, не знаю, что там делаете, как хотите. Пасяндра. Это будет сложно, ребята, если... А, это еще и плюс к тому и зубат, да ну, иди ты нафиг. В лес. Вот, допустим... Ты что, издеваешься? Да ты что, вот так. А, лес. Вот туда, да? Если честно, будет круто, если Пичу спанится. Очень будет... Ой. Пичу. Очень будет круто, потому что минус один покемон, который нам не нужно размножать, и это... Ну, меньше работы, да, можно и так сказать. Меньше времени мы потратим на эти размножения, да, покемонов. Ну и плюс к тому, пока мы ищем Пичу, если мы, конечно, его найдем, если мы хотя бы лес найдем, где он может спавниться, мы потихонечку, как видите, тоже ищем боссов, потому что без двух мастерболов, ребята, мы никаким способом не сможем закончить этот сезон. Это у нас там кто? Роженролла, паскуда. Диодут еще лучше. Ух ты, ни хрена себе. Яички шайни. Вот, если честно... Это иногда бесит. То, что спавнятся не те шайни, которые тебе нужны, в том смысле, что те покемоны, которых у тебя еще нету. Смотрите, те покемоны, которые у тебя есть, и которых ты уже давным-давно прокачал, и которые, по сути, тебе уже давным-давно не нужны. Но спавнится шайни, и, в принципе... Ага, это не они. В принципе, спавнится шайни, и ты их, как бы... Хочешь ловить, потому что все-таки шайни. И потом тебе нужно выкидывать старых покемонов, которые уже прокачаны, и брать тех шайни. Но мы пока что... Ну, ты что, издеваешься? Мы сейчас не будем так делать, мы лучше будем прокачивать тех покемонов, которых мы еще не прокачали. А шайни, даже если у нас уже... Да ты что, издеваешься, твою мать, ты какой-то очень прям наглый. А тех шайни, которые мы словили, но нормальные покемоны у нас уже есть прокачанные, мы, наверное, отложим на потом. Да ну нахрен, ребята, я вижу, он какой-то очень наглый. 16 уровень, он 100 уровню, смотрите, как выносит. Я понимаю, может там... Контр какой-то, что его стихия намного эффективнее, но не настолько нафиг. Так, ну все же мы его словили. Яички. Босики. Я просто лечу куда-то, я не вижу куда. Нам бы, если честно, в лес нужно было. Вот, лес тут, чтобы Пичу хотя бы попытаться найти, да? Но, как видите, ребята... Так, давайте, может, мы куда-то лучше тпхнемся. А, да, мы, в принципе, правильно летим. Там спереди нас какой-то большой лес, поэтому мы туда правильно летим.
Если Пичу испанится, то только вот тут. Но, если честно, у меня такое ощущение, что Пичу никак не спавнится, а его тоже нужно будет делать, как, например, с тем же Пикачу, да, спаривать Пикачу, чтобы получить Пичу. Мне кажется, почему-то это так. Басяндра, это кто у нас? Диглет, идите вы в жопу, Диглеты нафиг. Почему вы не можете спавниться снаружи? Не, ребята, вряд ли тут уже кто-то будет. И мне кажется, что действительно вряд ли Пичу. Но, ладно, не будем гадать. Лучше сейчас мы еще немного полетаем и посмотрим. Давайте ниже спустимся. Вот так. Выкинем все ненужные шмотки. Это. Что нам не нужно? Да даже железо уже. Да даже вот это уже. Зачем нам сейчас вот это? Нет, ребят, если честно, не вижу. То есть даже боссов нормальных нету. Нету огромного количества боссов, как это обычно бывает, да? Нет, действительно, ребята, никого нету. Нам нужно пойти домой, наверное, итоги подвести, посмотреть, сколько нам еще покемонов осталось. Было бы круто, если мы бы покедек сделали, мы бы посмотрели. Хотя покедекс не так уж, в принципе, всегда и правильно показывает, да, там как бы еще следующие поколения. Мне кажется, действительно, это не очень там правильно. Пятый бокс. Так, сейчас. Пятый бокс. Парасект идет и Фарфетч приходит. Потом Слозис, еще один Пулевак, Коффин, Гастли, Граймер, Сквиртл. Давайте заменим на того, кого у нас еще нету. Допустим, Крабби, да? И давайте быстренько так прочекаем. Ага, Райчу. Так. Тут все прокачанные. Тут. В принципе, тоже, но вот тут в легенды вот эти. Ну, тут, по сути, тоже уже все прокачаны, как я смотрю. Магмортар. Вроде, да, тут тоже уже все. Тут. Смотрим, ребята, смотрим. Тут вроде тоже уже все прокачаны. Дальше. Ну, в четвертом боксе, в принципе, да, они все прокачаны. О, нет. А, ну, как бы Снорлакс, да. Снорлакса давайте тогда заменим на прокачанного. Допустим, вот так. Ага, это сюда, легенду, в принципе, легенду тоже куда-то сюда, допустим, вот сюда, и какого-то непрокачанного, допустим, вот сюда, нет, давайте желтика, да, желтика вот сюда, ага, вот мы немного рассортировали, то есть, смотрите, в пятом боксе у нас еще осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 покемонов, ну, Снорлакс не считается в какой-то степени, хотя пускай будет вот там, да, и все. Нормально, 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 ребята. Потихонечку, потихонечку мы вот это все делаем. Пока мы ищем покемонов, у нас тут... А у нас есть Пачирису? Вот это мне сейчас и хочется узнать. Если у нас нет Пачирису, то мы попытаемся ее словить. Но мне... почему-то я не знаю, вроде... Нет, прикиньте, нет у нас даже Пачирису. А вы, ребята, а вы не можете сказать, что у меня нет Пачирису. Ну как вы смеете нафиг? Да нет, действительно, если у нас, если честно, у нас еще много покемонов нету, хоть у нас и заполнено уже около 83-84%, или может чуть-чуть больше, ну может чуть-чуть больше, может чуть-чуть меньше, я приблизительно говорю. Но, опа, стоять. Марип, Пиджи. Но все же, в принципе, много еще покемонов нету. Вот это, в этой серии мы словили Делибирда, в этой серии мы словили Пачирису, можно сказать, уже плюс 2 покемона к нашей коллекции, которых нам предстоит прокачать, да? Но еще есть какие-то покемоны. Еще есть... А, точно, еще Сиджилифа у нас нету. Вот я сейчас вспомнил, мне как раз подписчик сказал, точнее, надоедал в какой-то степени, то, что у меня нет Сиджилиф, но, в принципе, спасибо ему за то, что сказал. Да стойте на месте уже, паскуда. Как я вот эту хрень ненавижу. Да ты еще и улетаешь нафиг. Еще и из боя выскакиваешь. Вот сейчас тебе жопа. Вот так. Замечательно. Поэтому, ребята, действительно еще много покемонов. Сандил у нас есть. Но Сижелив спавнится вроде там же, где и Сандил. Это... Как где это, как это называется? Ну, короче, в пустыне какой-то специфической там пустыне с особым названием, твою мать, одного босса прокакали. Диглет. Твою мать, если бы ты не был легендарным боссом, я бы просто на тебя забил, но... Раз мы прокакали другого босса, то мы прям обязаны тебя убить. За то, что ты... Это твоя вина, да, ребят? Это вина Диглета.
Эти ямы нафиг в землю копать, копать, копать. Я надеюсь, что мы правильно копаем, и ты будешь где-то тут. А не сейчас куда-то убежишь, и нам опять нужно будет взлетать и заново копать. Вот эту хрень я самую больше ненавижу. И почему-то у меня есть такое ощущение, что сейчас именно вот так и будет. Хотя я слышу каких-то диглетов, но это не означает, что они под нами. Может, они где-то сбоку нас. Как вы видите, так оно и есть, наверное. Зашибись. И что нам сейчас опять наверх подниматься? А пока мы это сделаем, то он уже 100%... Ух, твою мать! Я обосрался. Так, давайте мы лучше отсюда вылезем. Ребята! А вы прикиньте, если бы у нас не было джетпака, что бы мы делали? Вы думаете, что мы бы выжили... Иди ты в жопу, короче. Вы бы думаете, что мы бы выжили, если бы у нас не было джетпака? Вряд ли. Пикачу, Пикачу. Ну все же, давайте мы словим. На тот случай, если действительно Пичу только делает со спариванием, то есть спаривать Пикачу с Ди, то если действительно вот так, то в принципе у нас уже будет в запасе Пикачу, да? И это круто. Но боссов, вряд ли какие-то новые боссы у нас заспамятся. Когда мы будем вот сейчас к дому подлетать, да, действительно так оно есть. И на этом, ребята, мы, наверное, уже будем заканчивать эту серию. У нас еще было несколько прокачанных покемонов, это круто. И уже практически наш Глайскор уходит на пенсию. Со следующих серий мы уже возьмем на пост капитана Драгонейта. Нам еще, конечно, ему нужно 10 уровней прокачать, но мне кажется, с Блисси это будет не так уж и сложно. Ну, в принципе, и все, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Как можно быстрее мы постараем закончить сезон, но я вам не обещаю, потому что нам, как вы сами знаете, нужно 2 мастербола. А тут осталось, ну, если закончик 150-й серии, то вряд ли мы за столько серий сможем достать 2 мастербола. Ну ладно, не будем гадать, увидим, может нам действительно повезет, и там с одного выпадет мастербол, сразу же следующего выпадет еще один мастербол. У нас вроде такое было, что в одной серии выпадало 2 мастербола, но это, наверное, нам уж прям сильно повезло с этими мастерболами. Ну ладно, ребята, заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, не забываем вступать в нашу банду крутых персов. Все, что от вас требуется, это просто на меня подписаться. Буду рад, если вы поставите лайки, также ставьте свой комментарий. И еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.